Что же только не выделывают люди, чтобы выделиться в социальных сетях. Потому что социальные сети в наше время – это самое главное место, чтобы оставить свой след в этом мире. Найти друзей, знакомства, возможности для работы, заработка, единомышленников и так далее. И если раньше можно было достаточно выложить простое фото, какую-нибудь легенькую надпись, на тебя подписывались, то сейчас это делают миллионы. И чтобы выделиться, нужно быть оригинальным. Но, слава богу, искусственный интеллект, о котором знают и используют далеко не многие. Поэтому в этом видео я хочу поделиться инструментами искусственного интеллекта для соцсетей, благодаря которым создание контента будет не только быстрее всех остальных, но и уникальный, оригинальный и необычный. И пока это не делает каждый второй, это очень большой шанс показать себя этому миру. Буду начинать с самого простого и доходить до самых продвинутых и необычных инструментов. Пройдусь по каждому из аспектов, поэтому не пропустите это видео, оно будет быстрым, коротким, четким. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, фото. У нас есть уже готовое фото, и как его сделать оригинальным? Помимо программ, такие как Meitu и там дальше, для кожечки, для глазиков, для макияжа, что если оживить это фото? И в этом поможет инструмент LayaPix. Загружаем туда фото, выбираем, как хотим его оживить, и фото уже привлекает на себя намного больше внимания. Но иногда хочется сделать не просто фото, а добавить какой-то элементик, самолетик, либо убрать что-нибудь с элементика. И в этом поможет следующий инструмент Photoshop AI. Новый Photoshop с искусственным интеллектом, в котором просто по простому запросу он добавляет, убирает, увеличивает, в общем, делает все, что ты только ему скажешь. Убрали, добавили элементы на фото. Что дальше? А если ты соцсети ведешь для своего продукта, либо сервиса, либо просто хочешь выделиться и выставить не просто селфи, в этом поможет нейросеть, которая генерирует изображение с текста. Самое известное, первое будет у нас Midjourney, в котором мы заходим, регистрируемся, пишем слэш, imagine, представь, к примеру, чашечка кофе на фоне балийских джунглей. И вуаля, и ты на Бали пьешь кофе. Либо ты на самом деле там, но просто не умеешь красиво снимать. Или другое, бесплатное и сейчас на данный момент самое лучшее приложение Stable Diffusion. Но не каждый компьютер потянет, но если ваш компьютер потянет, очень советую его использовать. Оно закроет вообще все потребности по фото и видео. Более простые и бесплатные приложения для генерации картинок я оставлю в телеграм-канале, чтобы не загромождать это видео, чтобы вы сами протестили и поняли, что для вас лучше. Следующее. Фото сгенерировали, но качество не совсем хорошее. В этом поможет Upscale AI. Бесплатный инструмент для улучшения качества фото. Заходим, загружаем фотографию. Через несколько секунд фотография уже хорошего качества. Если не нравится, можно улучшить еще раз. А если с фото нужно убрать водяной знак, то Watermarker Remover. Загружаем фотографию, и она быстренько убирает наш водяной знак. К примеру, мы скачали какое-то фото со стуков. А если убрать бэкграунд, то erase.bd. То же самое. Загружаем нас, либо какой-то продукт, и за несколько секунд полностью весь фон убран. И не нужно, как раньше, рисовать, вырисовывать ручками. Бэкграунд убрали, нужно теперь добавить какой-то красивый фон. И в этом поможет инструмент brandbird.com. Вставляешь свой продукт, и приложение добавляет фон, который только хочешь. Можешь выбирать, кастомизировать, делать 3D-шные оборачивания, анимацию и использовать уже готовые шаблоны внутри приложения для разных продуктов. К примеру, ты хочешь представить свой сервис, либо делаешь гайд, как пройти к тебе на маникюр или в салон, либо новое приложение на телефон. И так далее. С фото разобрались. Далее. Посты, сценарии, статьи, названия, хэштеги, продвижение. Наверное, самое популярное и, я бы сказала, наверное, самое качественное из этих всех приложений — это сам чат-GPT, в котором ты можешь по любым своим запросам видоизменять, просить написать, перефразировать, шаг за шагом с ним общаться по поводу этого. К примеру, понравилась вся статья, но не понравился какой-то кусочек. Перепиши именно вот этот кусочек. Но есть и более узконаправленные приложения, специально для этого. Такие как Jasper, Copy.ai, WriteSonic, Gervin, где ты можешь писать посты, статьи, названия, хэштеги, названия для продуктов и так далее. Все они очень похожи между собой, и тут уже ты решаешь, что тебе удобно, либо доступно больше всего. Но есть и бесплатные альтернативы. К примеру, postgeniusapp.com. Ты пишешь, о чем ты хочешь написать пост. Выбираешь твой стиль, вайб, формат,
включить смайлики, не включить хэштеги. Далее можешь даже вставить сайт в стиле, которым ты хочешь, чтобы этот пост был написан. К примеру, более профессиональный для инвесторов, как Crunchbase, либо более разговорный, как Reddit. Выбираешь, на какой платформе хочешь его разместить, и он генерирует тебе несколько вариантов. Если варианты не понравились, можешь регенерировать сколько хочешь. Или anyword.com, который больше подходит для перефразировки названий, статей и постов. Выбираешь платформу, на которой будешь постить, вставляешь сам пост, уровень, минус один, что он понимает только английский язык, но это для нас не проблема, у нас есть DeepL, который встроен в Chrome, который переводит тебе текст на английский и потом с английского. Маленькая фишка, что он здесь показывает, какой аудитории этот пост больше подойдет. Я тестила разные посты, и результаты были достаточно правдивые, он также бесплатный. Еще предложение, которое мне очень нравится, это venera.ai, про него рассказывала вот в этом видео, можете посмотреть. Если коротко, то он может писать статьи и посты по твоим пожеланиям. К примеру, в стиле Стива Джобса, либо в стиле Илона Маска, либо статья в стиле Forbes. Но тут также можно его вытренировать под себя, чтобы он писал посты в твоем стиле. Еще один инструмент, в котором есть очень много всего вместе, называется Cohensive. Что здесь есть? Там просто огромнейший выбор. От написания статей, названий, постов для всех различнейших платформ, перефразировка. И нравится то, что ты можешь видеть, что больше всего оценили другие и что они используют. Таким образом, они как бы уже сделали некий тест для тебя. Плюсом здесь, что весь этот текст, который он сейчас сгенерировал, я могу сразу же озвучить. Если, к примеру, я хочу сделать свое видео либо пост более увлекательным, чтобы не бегать с приложения в приложение. Тут также можно перевести этот текст на любые языки, да, добавить картинку. И здесь можно планировать посты. То есть написал 30 постов или 7 постов на неделю, запланировал, оно для тебя это запостят. Оно понимает русский язык, иногда пишет немножечко коряво, но всегда можно написать на английском и здесь же внутри приложения вот так вот вывести и сказать «переведи для лучшего поиска в интернете». Переходим к видео. Самому увлекательному процессу, скорее всего. Первая нейросетка сделает за тебя пол работы монтажа. Загружаем видео. Нейросетка сразу же добавляет автоматические субтитры, убирает паузы, где ты молчал, плохие слова, покраска видео. Здесь не выбираешь готовые фильтры, а по твоему описанию. К примеру, теплый свет на закате. И он тебе сразу же делает эту палеточку, которую можно потом подставить. И выглядит это натурально, а не фейково. Ну и самое интересное в этом приложении, это ты можешь читать, а глаза твои будут смотреть в камеру. Минус один, наверное, иногда в плохом свете глаза получаются немножечко стеклянными. Или видоизменяется немножечко цвет твоих глаз. Называется это приложение Captions AI. Но в Captions можно делать видео до 5 минут. То есть это подойдет как раз для твоих коротких видео. А если хочешь длинные видео и монтажить, а ты не умеешь монтажить, то следующее приложение для тебя, его очень многие хвалят, новички. Называется Descript. Здесь просто масса разных функций от монтажа видео до тех же субтитров, до клонирования голоса, обработки голоса. Вообще полностью весь процесс монтажа включен сюда. Функционал очень большой. И все очень просто, и в многих местах за тебя это все делает нейроночка. Ну, а если после простого монтажа видео мы хотим добавить немножечко магии, так скажем, сделать более детализированным видео, к примеру, убрать какой-то элемент, убрать фон, то следующее нам поможет Runway. Загружаем видео и дальше выбираем. Убрать нужные элементы, убрать фон, добавить эффекты, сделать slow motion, добавить красок. И также здесь сейчас проходит новое обновление Gen 2, где ты можешь генерировать видео из текста. То есть пишешь что-нибудь, что ты хочешь видеть, и он генерирует тебе это видео. Помимо монтажа. После того, как обычный монтаж видео сделан, хочется добавить немножко уникальности в контент. И, к примеру, как насчет сделать и-версию себя? Показываю несколько вариантов. Первый вариант. Заходим в приложение в Kyber, вставляем уже готовое видео, либо кусочек, который мы хотим именно изменить, вписываем стиль, в котором мы хотим анимировать себя, и оно превращает это видео в стиль, который мы ему указали. Минус этой версии, что если ты что-то говоришь, то губы не всегда двигаются правильно. Но к этому есть решение. И это второй вариант такой
версии. К примеру, мы делаем скриншот либо фотографию с этого видео, которое мы хотим потом анимировать, вставляем в приложение Midjourney, копируем эту ссылку, вставляем в промпт и дальше описываем нас на картинке как можно детальней. И тех деталей, которых искусственный интеллект не увидит на картинке, он их добавит. И получается вот такое фото нас уже в ИИ-стиле. После этого загружаем это фото в другую нейросеть, называется DID, и наш записанный голос. И ИИ-версия нас готова. С таким подходом другие точно будут в шоке от вашего контента. Ну и напоследок я научу вас делать очень крутой эффект, тренд, который сейчас завирусился в интернете, и те, кто это делают, набирают миллионы просмотров. А именно с простого твоего видео сделать ИИ-продолжение. Используем тоже приложение Kyber. Первое. Снимаем начало нас в действии. Последний элемент в видео мы делаем скриншот. Этот скриншот мы добавляем в Kyber и пишем, что мы хотим, чтобы дальше было. Либо сделать так, чтобы он сам что-нибудь придумал. Выбираем стиль, длину видео. И продолжение готово. Далее заходим в любую монтажную программу, вставляем наше начальное видео и вставляем то, что сгенерировало AI. Подставляем вместе и получается вот такой вот результат. Тут уже будет ваша фантазия, что только вы хотите, делайте, и ИИ будет продолжать видео за вас. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Ребят, очень много времени потратила на отбор этих всех нейроночек для вас, поэтому буду благодарна очень комменту, лайку, чтобы поддержать нас. Спасибо всем, peace, 7 миллионов лайков, просмотров или просто активности в соцсетях. С этими нейросетками вы точно станете топами.